Более 2000 участников 2 июля собрал традиционный забег «Сергиевым путем». Он стал вторым в серии беговых мероприятий, организованных в Московской области в рамках проекта «Беговая лига Подмосковья». Мы приехали из Электрогорска. В принципе, часто участвуем в забегах, а здесь удалось поучаствовать в забеге за баллы. Это новая для нас тема. Участники полумарафона – бывалые спортсмены всех возрастов и просто любители активного образа жизни. Многие приехали с семьями. В каком составе приехали? С семьей. С семьей? Много вас? Трое. Трое. Все трое побежите? Да. И малыш тоже? Конечно, с нами. А? С нами. А какую дистанцию побежите? 10 километров. 10 километров? Побегу я за семью, за всех. Ага. В следующем году с собой, наверное, возьму на пробег. А сегодня не побежит еще? Нет, еще нет. Я думаю, дистанция большая будет. Участников забега приветствовал глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев. Привет, физкульт, привет. Ну, мы очень рады опять снова приветствовать вас в нашем любимом городе, городе Сергиев-Посад. 6-й раз мы уже встречаемся, каждый раз благодаря вам количество участников увеличивается. Беговая лига Подмосковья – это один из этапов популяризации массового спорта среди жителей региона. Ее цель – набегать и находить совместно 2 миллиона километров за сезон. Забег Сергиевым путем стал вторым в этом летнем сезоне. Дистанции на выбор – детские 300 и 600 метров, для взрослых – 3 и 10 километров. Какую дистанцию побежите? Десяточку. По очереди. Сначала муж пробежит, потом я. Полумарафон «Сергиевым путем 2022» объявляется открытым. Ура! Спасибо большое! Спасибо! Перед стартом общая разминка. Все хорошо, с вами нужно взять класс. Шире, шире. И вот он, старт. Трассы забега пролегали вдоль центральных улиц, бульваров и кварталов Сергиева Посада, позволяя участникам увидеть не только Троице-Сергиевую лавру, но и основные достопримечательности и интересные места. Все, кто дошел до финиша, получили заслуженную медаль события. Победители и призеров наградили в торжественной обстановке. Ирина Максимова, Дмитрий Зайчиков. Программа «События».